Раз. Паша, раз, два, три, четыре, пять, шесть, два, семь, смотри, восемь, девять, десять, одиннадцать. О-о-о, да неудобно, без. Вот так удобно? Вот так. Я не знаю, раз так удобно. Делай такое, больше я не прошу ничего. Пошли. Оп. Оп. Ноги, пятки, пятки, не становись, ноги согни в колени. Не могу я так без. Ну, ты что, Буратино, что ли? Нет, вот на бутылку смотри. Да вот хуже тебя делают. Давай, давай. Призер республики будущий. Давай. Хорошо. Мате, пошли мельница. Мельница. Вот, раз. Давай не разговаривай, давай делай. Не приседай сильно, просто. Вообще не приседай. Ну ты вход, раз мельницу сюда вышел, раз мельницу. И все, раз, и надо на колени становиться. Давай, о, чем на колени становиться? Иди сюда. Взял вот сюда, раз, да, оп, два, и все, вот так и сделай без партнера. Ну, вот, молодец, молодец, хорошо, что я тебя не снимаю. Хорошо, молодцы, сейчас, надели кимоно. Вот тут смотришь, опять. Да, у меня нет. Постел? Нет, места. Где? Как мне было место. А что у тебя там было? Где куртка? Я тебе. Вот возьми любую куртку. Вот, а, это моя. А ты же потом уберете меня. Туда. Я в шоке с ним. Ну и поезд уже взял, куртку взял, зубы и поезд взял. Так, в этом, ладно, на месте, потом туда же поставишь. Ладно, ты сюда, ты сюда. Так, смотрю, куда мне смотрит одна камера. Одна на вас. Так, одна на вас. Так, чучело взял. 15 брусков через бедро. И считаешь вслух и скажешь мне. Вы готовы? Чего? Кто тебя спрашивает, почему? Я почему? Я спрашиваю, вы готовы? А ты говоришь, почему? Я не сказал почему, я сказал почему. К чему? А, к чему? Тяжело, блин. К чему? К работе. Значит, что будете делать? Значит так, бросок через плечо. Ага. Классический вариант. 15 ты, 15 он. А ты броски делаешь. Ага. Давай. Отжимаем. Вот. Хорошо. Раз. Вы чипоми делаете. А, к чему? К чему? Бросок через плечо. Я сказал лучкоми. Бросок. Вот, да? Бросок сказал? Да. Учикоми. Броски ему, а вам учкоми, бросок через плечо. 15 раз. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, что короче, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14. Делай хорошо. 15. Сделал? Да. Артемчик, сможешь? Конечно. Отлично. Сделал 15. Ты не считаешь? Ты не считаешь? Ну. Вот. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12,
12, 14, 15. Смотрите, теперь Артем. Сейчас делает Глазбурга уже. Взял классический захват. Значит, взял, да? Да. Теперь эту руку отпускаешь, шкоби в эту сторону. В эту? Да. 15 раз. Раз. Два. Сколько бросок? 8. Так что он ориентировал? Плохо. Видишь, даже падение на попу, то есть оценки нет. Вот. Вот. Вот уже лучше. Пятнадцать делаешь? Да. Молодец. Артемчик в ту же сторону. Теперь делаешь так, 10 бросков через бедро, но с падением. То есть бросаешь, а потом кувырок через меня. Через. 10. Я меняю. Хорошо. Хорошо. Так, Влад, сюда. Делаешь броски через бедро. Делаешь бросок 15 бросков через бедро не вправо, как обычно, а в левую сторону. Вот тут, бегом туда. Учкоми правой рукой и в эту сторону подворачиваться. Делай ты сначала, потому что Влад пока проснется. Да, вот это вот. Вот. Вот умница. Отлично. Вот Влад, красавец. Он и без партнера некрасиво. Вот это очень красиво. Так, давай, 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 давай. 15 раз, потом Влад 15. Влад, а ты считай. Не считай, делай все. Пусть он считает слух. Не будет считать, так и будет стрелять. Так, пошел Влад. То же самое. Правой рукой держишь, и правую, и ко мне подворачиваешься. Все. Так, теперь то же самое, но с падением. Тоже это все? Да. Это самое главное. С падением. Так, давай. Артем, значит, 15 бросков, опять, все броски обычно в эту сторону не надо, в эту сторону. Влад, то же самое, ты начинаешь. Большой Влад. Отсюда взял и сюда подвернулся. 15 раз, он считает. Так. Сюда? Да. Раз. Ага, считай. Отлично. Вы меняетесь. Ты сделал? Сколько? Делай с падением теперь. Бросок. Плохо. Да, да. Да, ничего. Хорошо. Влад, считай старше. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать.
Хорошо. Артём, идёшь к Владу, работаете в фартере, боретесь. Я знаю, что вы будете сейчас плохо. Влад, ты чучело сюда, снимаешь куртку, мы с тобой сейчас на руках боремся. Вы готовы? Да. Да? Да. Хорошо, 2 минуты. Отжимаем. Значит, что мы с тобой делаем? Не дальше. Значит, сначала здоровый. Смотри, твоя задача взять меня отсюда. Да? Хорошо? Да. Пожалуйста. Вы боитесь или что вы делаете здесь? Стоп, Матвей. Значит, еще раз. Это не борьба. Это а что? Страдают дети недосыпанием. Еще раз. Если я замечу, он вниз на высоком парке, ты становишься спереди, где голова, то есть голова вот здесь спизит, ты где становишься. Значит, сразу будут бить. Только такое положение. Задача. Забежать назад. Встань, Сажурный. Встань на ногу. Думай. Забежал назад. Руки не душить. Поставил руки, перевернулся, удержали. Вот отсюда руки. Раз. Запусти. Вытащил одну сюда, потянул сюда. Или на болевой. Или перевернулся с ним, задушил. Джен. Артём, не понял, что ноги не сбрасываешь? Не получилось, Игорь. Не получилось. Блин, чем ты занимаешься? Вот, иди, иди сюда. Стоп. Да. Одевай. Так. Сейчас мы кадр выключим. Так, этот, Бурдужа, что ты сидишь?